Председатель ТОС Татьяна Мотова в своем микрорайоне считается главной. За хозяйством следит, стараясь все держать в чистоте и порядке. На субботники вместе с жителями выходит всегда. Говорит, если раньше тротуары на проспекте Кирова убирать было неудобно, то теперь картина кардинально изменилась. Тротуары все были разбиты. Жители очень много жаловались. Невозможно было пройти. Постоянно были... грязь была. Вот, дороги были разбиты, автомобилисты жаловались. Вот. Спасибо большое, то, что сейчас отремонтировали проспект Кирова. Сейчас он в идеальном состоянии, тротуары все сделаны, ну, порядок наведен. По гладкой и ровной дороге рады ездить и автолюбители. Хорошая дорога, что? Настроение хорошее, удовольствие, спасибо, скажем. Оценить качество ремонта дороги по проспекту Кирова народным контролерам помогают специалисты муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Курвиметром измеряют длину отремонтированных тротуаров и автодороги, сантиметровой рулеткой их ширину, рейкой, как ровно закатан асфальт. Улицы, отремонтированные в этом году в Самаре на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», специалисты планируют проверить до середины сентября. В частности, сегодня приемка велась в районе пересечения Кирова и Физкультурной. Сроки, потому что у нас сжаты, и чем быстрее мы это все проверим, тем лучше. Поэтому мы проверяем все качество, народу хватает, все в норме, в отличном состоянии. Нормативы все соблюдено. Проспект Кирова от улицы Победы до заводского шоссе ремонтировали комплексно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Асфальтобетоном ЩМА 16 ПБВ закатали 39,5 тысяч квадратных метров проезжей части. А также обновили тротуары, заменили поребрики, привели в порядок газоны и внутриквартальные проезды. От улицы Теннисной до заводского шоссе у трамвайного полотна выложили бортовой камень. Работы были выполнены согласно там, требованиям ГИБДД, вот, для меньшей аварийности на данном участке автомобильной дороги. Кирова дорога, она закончена раньше установленного срока, приблизительно на месяц. Сейчас производятся работы по приемке выполненных работ. Замечания были, но не критичные, соответственно, которые очень быстро мы реагировали и, соответственно, выполняли и устраняли установленные нам сроки даже раньше. Эксперты отметили, если в ходе приемки ремонта самарских улиц будут обнаружены недочеты, их отразят в предписаниях подрядным организациям, которые обязаны будут устранить все дефекты за свой счет. Затем последует повторный контроль качества. Если все будет в норме, объекты примут в эксплуатацию. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, события.